Здравствуйте, в эфире программа «Арт-код». Шифры для вас буду подбирать я, Анна Руда. Историю о мужестве, чести и любви рассказали артисты Moscow State Ballet на сцене драматического театра. Российские артисты впервые приехали в Гродно с гастролями и показали свою самую новую постановку «Спартак». Театр существует всего 2 года, но уже известен и любим почитателями балета как в России, так и во многих других странах мира. Артисты Moscow State Ballet в своей работе опираются на исконно русские балетные традиции. Хотела бы, чтобы это были, чтобы артисты принимали вот эту вот старую русскую традиционную классику. Русский театр – это драматический театр, русский балет – это драм-балет, все-таки никуда от этого не уйти. И первое – это актер на сцене. Это то, что мне хочется сделать в моем театре. Я хочу, чтобы, начиная от человека, который выходит просто в мизансцене, и заканчивая, конечно же, ведущим солистом, чтобы они все жили внутри этой сцены. В лучших традициях неоклассики поставлены балет «Спартак». Гранд-пируэты, прыжки, заноски, а также отличные костюмы, добротные декорации, сложное освещение и великолепная музыка Арама Хачатуряна. Оригинальный сценарий балета был написан драматургом Николаем Волковым. К римскому консулу Красу приводят пленников. Среди них фракийский правитель Спартак и его возлюбленная Фригия. Гордый и мужественный человек протестует против жестоких римлян, но силы не равны. Крас приказывает переодеть пленников и провести гладиаторские бои. Они должны биться насмерть в шлемах с глухим забралом, не видя противника. Победивший Спартак понимает, он убил своего товарища. Он так разгневан, что решает бороться за свободу. Исполнитель главной роли Сергей Скворцов признается, образ Спартака самый трудный в его карьере. Во-первых, она сложна как и драматически, потому что нужно показывать много эмоций и мужество нужно показывать, чтобы зрители от юности до взрослого мужчины показывал именно эмоционально и жестами. Это все тоже сложно. И плюс постановка. Есть элементы какие-то всяких трюков, тоже нужно все идеально делать, красиво. Далее действие развивается стремительно. Восставшие гладиаторы берут в плен консула Краса, но Спартак не хочет расправы. В честном бою он его побеждает и прогоняет с позором. Но Крас не сдается, он готовит новый поход. Спартак предчувствует трагический конец, но нет для него больше победы, чем погибнуть свободным человеком. Сплоченная команда из виртуозных танцоров, смелых постановщиков и искусных декораторов великолепно передала гродненской публике правдивую и жестокую историю легендарного героя Спартака. Книга похожа на холодильник. Открываешь ее и радуешься, что она полная. И потреблять ее содержимое нужно соответственно. Ночью,
пижаме в полном одиночестве. А какая духовная пища годна к вашему употреблению, знает наш книжный обозреватель Зинаида Крылова. Здравствуйте, меня зовут Зинаида Крылова, и это литературная рубрика культурного телеальманаха «Арткод». В 2002 году, по мнению миллионов французских читателей, на свет появилась новая Библия и новый маленький принц. Да, вот такие высокопарные сравнения. Повесть, а по мнению автора, роман Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и розовая дама». Именно эту повесть французские читатели сочли книгой, которая изменила их жизнь. И я вас уверяю, вас она тоже не оставит равнодушным. Герой. 10-летний мальчик, больной лейкемией. Пишет письма Господу Богу. Пишет и рассказывает в них с юмором, забавно, непосредственно, веселые и грустные истории из своей больничной жизни. Пишет по предложению бабушки Розы, пожилой сиделки, которую мальчик называет то розовой дамой, то розовой мамой. Он пишет письма и играет в игру, согласно которой каждый день он взрослеет ровно на 10 лет. И так проживает всю жизнь. Это сюжет. А на самом деле это повесть о вере, о сострадании, о прощении, о честности, о выборе, о жизни и смерти. Да, порой проскальзывают философские мысли действительно писателя взрослого, но поверьте, цель оправдывает средства. Оказывается, можно подружиться с Богом всего за несколько дней. Эрик Эммануэль Шмидт говорит, что даже не важно, реальный это Бог или выдуманный. Главное, что переписка с Ним делает нашу жизнь выносимой. Это ах, как важно. У меня в руках сборник с одноименным названием. Здесь повести из цикла «Незримого». Это «Оскар и пани». «Роза», «Оскар и розовая дама», «Дети Ноя», «Мсье Ибрагимы», «Цветы Корана» и «Борец Сумо», который никак не мог потолстеть. Вот этот цикл. А еще повесть «10 детей, которых никогда не было у госпожи Минг». И если кратко, то вот моя рекомендация. Если у вас есть дети, которым 10 лет и старше, читайте вот эту книгу вместе с ними и вслух, поверьте, одной вот этой вещью вы сделаете для них больше, чем за целый год нравоучений и объяснений, как жить. Да, темы болезни и смерти – это темы безысходные. Но вот здесь они представлены так жизнеутверждающе. И после прочтения, кроме грусти, на душе остается такое светлое чувство. Но главное даже не это. Главное, что вот эта книга дает нам с вами шанс задуматься, что у нас всегда есть выбор. Всегда. Пройти мимо, не думать на такие страшные темы, оставаться малодушными или остановиться, задуматься и в конце концов просто побыть рядом. «Оскар и розовая дама» Эрик Эммануэль Шмидт. Вот вы только послушайте. Жизнь – забавный подарок. Поначалу этот подарок переоценивают, думают, что им вручили вечную жизнь. После ее недооценивают, находят никудышной, слишком короткой, почти готовы бросить ее. И, наконец, осознают, что это был не подарок. Жизнью просто дали попользоваться. И тогда ее пытаются ценить. Мне 100 лет. Я знаю, о чем говорю. Чем старше становишься, тем сильнее проявляется вкус к жизни. Геннадий Мушперт, главный режиссер нашего драматического театра, поставил спектакль по повести «Оскар и розовая дама». Это прекрасный спектакль, так что, друзья, смотрите, слушайте, читайте и помните, слова создают миры. До встречи! Thank you.
Главнейшим из искусств является кино. А может, пальму первенства следует отдать музыке? Спорить бесполезно. Лучше объединить все прекрасное в одном месте, решили организаторы проекта «Саксофониана». И пятый юбилейный концерт посвятили музыке кино. Мы затронем музыку не только отечественного кинематографа, но и зарубежного. И, в общем-то, мы не по фильмам выбирали, программу составляли, а по красоте музыкальной композиции. Вот, поэтому ставки делались на музыку, ну, естественно, и кинофильмы тоже, ну, в большей части соответствуют уровню музыки. В этом году мероприятие прошло в концертном зале Гродненского государственного колледжа искусств. Среди солистов как именитые, так и начинающие музыканты. Безусловными лидерами вечера были участники арт-колледж-бенда. Ребята исполнили немало замечательных композиций. Несколько из них принадлежали гениальному Глену Миллеру, который написал музыку для фильма «Серенада солнечной долины». Организаторы фестиваля всегда стараются разнообразить программу и удивить слушателей. В этот раз будет два оркестра. Если в прошлый раз это был симфонический Гродненской капеллы оркестр, то в этом году будет два оркестра представлены с большими программами и еще гости из Минска, как всегда. Ну, то есть арт-колледж-бенд – это колледж искусств, эстрадный оркестр колледжа искусств и биг-бенд Гродненской областной филармонии под управлением Бориса Мягкова. Представят свои программы на суд зрителя. Прозвучали во время концерта знаменитые песенные композиции. Одна из них «Спасибо, музыка» из фильма «Мы из джаза», которую блестяще исполнили участницы инструментального ансамбля «Анимация». Великолепный синтез двух видов искусств и виртуозное мастерство исполнителей создали слушателям настоящее праздничное настроение, которого так не хватает темными ноябрьскими вечерами. Каждый человек обладает творческим потенциалом, но не каждый может его реализовать. Удалось ли это сделать на этой неделе гродненским творцам, узнаем из нашей постоянной рубрики «Афиша». Ноября, 2 и 4 декабря на большой сцене драматического театра состоится спектакль «Секс, любовь и налоги». По сюжету пьесы двое молодых людей снимают квартиру в Нью-Йорке. В США налоговая система разительно отличается от нашей. По закону супруги платят за жилье гораздо меньше, чем неженатые квартиранты. Чтобы сэкономить, двое молодых людей, Лесли Артур и Джон Тречмен, несколько лет в своей декларации указывают, что они муж и жена. Но вот однажды дотошный инспектор замечает несоответствие. Так, чтобы не попасть за решетку, два парня решают пожениться на самом деле, что категорически не устраивает их любимых девушек. Но под давлением обстоятельств и они соглашаются на эту авантюру. И вот уже звучит марш Мендельсона, и парни наконец оставят с носом блюстители американского законодательства. Но тут что-то пошло не по плану. Состоится ли свадьба? Если да, то кто жених, а кто невеста, узнаете, придя на спектакль.
30 ноября в городском центре культуры состоится концерт «Возвращение шедевров камерного оркестра Гродненской капеллы». В программе произведений из мировых опер «Золушка», «Россини», «Орфея», «Евредика», «Глюка», сочинения Мусоргского, Малера, «Орегано» и «Кадай». 1 декабря на малой сцене драматического театра состоится спектакль «Очень простая история». Режиссер Оксана Машенкова. Пьеса Марии Ладо «Очень простая история» действительно является очень простой по незамысловатости сюжета, но тем не менее затрагивает самые тонкие струны человеческой души, напоминая нам о тех ценностях, которые утрачиваются в жизненной суете, в практичности и прагматичности нашего бытия. Действие происходит в хлеву, и именно животные, живущие там, говорят нам о жизни и о смерти, о их балансе и равновесии, о преданности, самоотверженности, о грехе и, наконец, о всепобеждающем прощении и любви. 5 декабря на малой сцене драматического театра состоится спектакль «Малые семейные преступления». По сюжету произведения главная героиня Лиза привозит своего мужа Гиллиса домой из больницы, где он оказался, потому что оступился на лестнице и потерял память. Лиза пытается рассказать мужу, что он за человек и каким был их брак. Женщина рисует идеальный образ, но понимает, муж лукавит, и память к нему возвращается. Гиллис пишет книгу, в которой высмеивает семейные ценности. Лиза, панически боясь старости, остро переживает его измены и находит утешение в бутылке. 15 лет герои прожили вместе, от восторженной первой встречи до полного неприятия. Удастся ли героям спасти свой брак, смогут ли они снова стать счастливыми, можно узнать, придя на спектакль. 6 декабря в Евангелической лютеранской церкви состоится концерт романса «Трепетные звуки» камерного хора заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненская капелла». В программе «Золотая коллекция русского романса» «Я встретил вас только раз», «Я вас любил», «Отговорила роща золотая», другие шедевральные романсы. В городском выставочном зале продолжается юбилейная выставка Владимира Кочина «Хронология арт-эволюции, создавая друг друга». За 40 лет творческой деятельности Владимиром Кочином выполнен внушительный объем работы. Художником созданы целые галереи известных людей, исторических персонажей, именитых спортсменов, руководителей и творческих личностей. Его работы украшают многие общественные здания. Одна из самых известных – роспись на фасаде музея пожарной службы. Придя на выставку, зритель знакомится с разноплановостью творчества живописца. Выставка «Воспоминания о поездках» экспонируется в культурном центре фестивальной. Автор выставки Иоанна Савицкая, город Белосток, Республика Польша. «Воспоминания о поездках» – первая персональная выставка польской фотохудожницы в нашей республике и свидетельство развития международного сотрудничества, дружбы и обмена фотовыставками между заслуженным любительским коллективом Республики Беларусь народным фотоклубом «Гродно» и Белостокским фотографическим товариществом Республика Польша. Ренат Валиулин уверен, что время уходит от тех, кто не заметил, как оно пришло. Не тратьте время понапрасну, инвестируйте его в прекрасное. Шифр для вас подбирала Анна Руда. Увидимся ровно через неделю.